Эти машины определенно не отличаются ни скоростью, ни проходимостью, да и в багажник вряд ли влезет запаска. Зато они точно самые громкие. Иваново снова стал центром проведения этапа чемпионата России по автозвуку. Более 80 участников съехались со всей страны, чтобы помериться децибелами. Для Иваново это пока рекорд. Соревнования делятся на две больших части. Это соревнования по качеству звучания, соревнования по звуковому давлению. Первые – это те, кто хочет получить в машине красивый, естественный звук. И вторые – те, кто хочет получить самый громкий звук, чтобы их было слышно везде. Как признаются судьи соревнований, а они все эксперты по автозвуку, золотой середины здесь практически не существует. В погоне за громкостью всегда страдает качество. Но для участников чемпионата это не проблема. Владельцы сверхзвуковых авто могли бы поспорить с утверждением о том, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Такие доработки зачастую влетают автомеломанам в копеечку. Но для большинства из них искусство автозвука важнее денег. Я всегда любил качественный звук. Мне нравится это. Я не могу ехать в машине и не слушать музыку. Громко, хорошо и качественно. Это как раз тот случай, когда победа не главная. Каждый из этих автомобилей уже уникален. Каждый создан восхищать, привлекать внимание. Буквально со скоростью звука. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.